По поручению президента Российской Федерации в Ульяновской области создали совет ректоров. Руководители вузов провели совещание, на котором обсудили планы развития. Перед тем, как рассказать о новых программах, научные сотрудники участвовали в церемонии награждения. Благодарственные письма и грамоты от губернатора получили самые талантливые и квалифицированные специалисты. Профессор, доктор медицинских наук Ирина Соловьева развела свое направление до нового уровня. Благодаря Ирине Леонидовне и ее коллегам в Ульяновске создали первую иммунологическую лабораторию. Как раз вот силами нашей кафедры при детской областной больнице. Ну, в силу того, что все расширяется, модернизируется, на сегодняшний день открыт целый научно-исследовательский центр, куда фактически полномочия этой иммунологической лаборатории они и переместились. Более 60 университетов и научных центров России объединились в 12 консорциумов для участия в программе развития «Приоритет-2030». Ульяновские вузы тоже присоединились к движению. Ректоры учебных заведений подписали соглашение о сотрудничестве. Консорциум позволит всем сторонам соотнести векторы своего развития с учетом стратегических приоритетов нашего региона. Позволит быть встроенным в повестку развития области, а значит и качественно влиять на ее эффективность. Коллеги, я убежден, что перспективы развития региона напрямую связаны с развитием образования и научного знания. Поэтому призываю вузы и далее участвовать в федеральных конкурсах и проектах. При этом партнерство выстраивается не только между вузами, но и с научными организациями, а также с предприятиями реального сектора экономики и социальной сферы. Виктория Чиркова, Сергей Кудаков. Улправда ТВ.